Так. Догони. В смысле? А ты что, обалдел? Я здесь мемуары пишу. Давай догони. Хорошо, оп. Эй, не надо за попу-то трогать, что делаешь-то? Ну, за что попал, за что, да за то попал. А что ты там делал-то? Я вообще-то мемуары писал. Где ты? Да а, я сзади вот. Тебя, да, ничего, я, да, шустрый. Мемуары? Какой. Что за мемуары? Покажи. Нет, не покажу, нет, нельзя, они еще не закончены, нельзя. Эй, ты что закрываешь? Нельзя. Там про меня, что ли, что-то? Покажи. Нет, покажи. Уйди отсюда, нет, не про тебя, все, отойди, я там... Блин, интересно. Нет, отойди, там романы я пишу, отойди, кыш. Ну, эй, ты что? Больно же. Ну, Алиса, ну не плачь, пожалуйста. Ну, я не хотел. Ну, что ты такая? Ну, ты такая нежная. Зачем ты своей грубой силой подошел-то куда? Да, я на тебя вот так. Давай я нежно тебя. Вот так. Опа. Ты что делаешь? Да ладно. Все, держись. Когда-нибудь ты получишь меня. Да все, Алиса, не надо. Все, я хороший, и ты хорошая. Мы будем жить дружно, долго и счастливо, надеюсь. Знаешь... Так. Мы с тобой живем тут и никуда не ходим, абсолютно вообще никуда. А куда ты хочешь, ну-ка? На природу, куда-нибудь в лес, с палатками. Ну неплохо, ладно. Слушай, мне кажется, это хорошая идея, Алиса, ты на самом деле молодчинка, да. Ну, собирай вещи тогда. Ну-ка, а что там под столом вон там? Ну-ка, нагнись, посмотри. Что там? Где? Все, давай собираем вещи. Да все. Окей, давай вещи собирай. Ну, Алиса. У меня синячок там. Ну, блин. Да пройдет он. Давай, собирай уже. Все. Да кто же тебя бить по жопе? Ну, давай, я не против. Так, слушай, нам вот... Смотри, удочка с морковкой, я думаю, это самая нужная вещь. Ты что думаешь? Такое, ну а как же там термос, всякое такое. Да нафиг он нужен, мы же в лес идем. Вот, давай плюшевую уточку возьмем, плюшевую. О, хрюшечку. Хрюшечку, да, обязательно, я хрюшечку понесу. На, вот я тебе выложил, забирай ее. О, вот. Спасибо. Не, вон в ящике я забирай. Я вижу. Ну ладно, видит. О, какая хорошая, на тебя да. Похожа. Блин, нет, ну может быть, я такой же розовенький, такой хорошенький. Угу, такой же свинтус, понятно. Нет. Вон куклу я возьму, с кем я спать буду в обнимку. Хотя можно и с тобой, но ты не разрешаешь. Нет, конечно. Блин, давай вот я пластинку еще возьму. И вот, дверной звонок, самая нужная вещь в лесу, я считаю. А ты что считаешь? Конечно, будем тыкать и развлекать себя. Что нам еще делать в лесу? Да. Неплохо так тыкать, мне понравилось, как ты сказала. О, и волшебную палочку. Ты у нас будешь волшебница, на тебе волшебную палочку. Будешь колдовать. Но она же не работает. Ну, батарейки нужны, а так заработает. Ну что, погнали, Алиса? Стартуем. Стартуем, все, погнали. Вот видишь, что происходит, когда ты не берешь карту. Ну, Алиса, ну а чё я? Чё я? Я современный, я вот телефон взял. Видишь? Вот он. Ничего, он не работает. Ну, да, он разрядился. Ну, а чё, я виноват, что ли? Ну, блин, нужно было думать, нужно было компас брать, а ты пошел с телефоном и с какой-то спичкой. Ну, конечно, молодец. Так, сейчас мы найдем. Сейчас, подожди, вот, сейчас мы, иди-ка сюда. Вот здесь видишь дерево, с какой-то стороны должен быть мох. С какой стороны? Ты на обоже была вообще? С какой стороны мох? Ну, конечно, с южной стороны мох растет. Да ладно, нет, не знал. Я еще тот прогульщик, я вообще лютый прогульщик, так. А молчи, давай. Мха-то и нет. Что делать? Ну, пойдем, не знаю, куда глаза глядят. Да ладно, расслабься, давай получать удовольствие. Это классная прогулка под звездами в ночном лесу. А если тут волки? Ну, ты же коп, ты с ними разберешься, ты их задушишь голыми своими ручками. Ручками. Ну, блин. Чё, не сможешь? Не, ну я на дерево залезу, чё, я рыжий, что ли, а ты будешь с ними драться? Ты чё? Да ладно, иди сюда. Сейчас мы... Куда-нибудь выберемся, смотри, Алиса, что там такое? Ты видишь это? Или мне кажется? Я тоже это вижу. Что это, Алиса? Иди вперед, я это не пойду. Давай, двигай. Сыкуешь, да? Ну так, ну ты коп, если что, разберешься с бандитами. Вдруг там бандит, а я на дерево залезу. Ух ты! Что это такое? Я не знаю, это какой-то памятник, подожди, что это такое-то. Какой памятник? Ну-ка, сейчас. Это соль. Соль? Да нет, вот это соль, я сейчас лизну, это соль. Сейчас буду лизнуть. Так, а это я не знаю, что это.
Так, вау, подожди. Рядом светится. Как думаешь, что это такое вообще, Алис? Ты у меня спрашиваешь? Ну, я не знаю, ну ты коп, ты должна вообще быть ученая, прошаренная, много повидать. Давай, рассказывай, что это такое. Наверное, блин, не знаю. Наверное, кто-нибудь стекло разгрузил и оставил. Хотя да, зачем? Слушай, хорошая версия. О, смотри, над нами мост какой-то. Ух ты. Подожди-ка, Алис, а в нашем городе разве был мост? Нет, не было. Это странно. Куда мы с тобой попали вообще? Подожди, мы вышли погулять в соседний лес небольшой. Подожди, он уже вроде был маленький, какой-то он огромный. Тебе не кажется? Да, он слишком большой. Не знаю, что-то странное происходит. Тут же не мне страшно. Да не бойся, Алиса, я тебя смогу защитить. Я вот этой спичкой в руках, я буду всех, короче, это, отгонять. Хотя... Ну да, да, кинешь эту спичку в них и убежишь. Так, ну как вариант, и тебя... Да не, я тебя в жертву... Нет, ладно, не, я тебя... Так значит, ну все. Нет, нет, ладно, нет, я тебя защищала все это время, а ты меня бросила. Да нет, Алиса, да это нет. Шутка была. Ну, Алисочка, ну не плачь, пожалуйста, ну это я пошутил, ну такой вот я. Давай куда-нибудь вот сюда... Ой, смотри, что это? Алиса. Где? Смотри. Ух ты! Аккуратно, аккуратно, Алиса, не упади. Не свалилась туда. Бедняжка. Что там? Я не знаю. Смотри, какая дырень. А вот там что? Вон там, вот там. Я не знаю. Вот это дыра. Это как будто какая-то летающая тарелка там лежит. Это что там? Я не знаю. Я не могу увидеть. То есть это... Это метеорит или что это? Это Челябинский метеорит. Мы в Челябинске. Думаешь? Но я не знаю, где мы находимся. Это очень странно, потому что... смотри, какая дрень. Давай спустимся, Алис. Ты зачем? Ты что, с ума сошел? Ладно, 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 давай отойдем. Так, куда же нам пойти? Я даже не знаю. О, смотри, пойдем вот сюда. Нам надо найти место для ночлега. Что скажешь, Алис, как тебе моя идея? В лесу ночевать. Не, ну а где ты ходишь? Тут домика-то нету. То есть... Блин, ну не плачь, блин, Алиса. Это ты виноват. Ну, шесть Алиса. Шесть часов туда-сюда мотались, и что теперь делать? Ну, Алисочка, ну мы обязательно найдем выход. Ну, что ты плачешь? Ну, ты же это, взрослая девочка, ты должна собрать... Вообще, ты полиция, коп, куда ты пошла? Нам... Ну, мне страшно, тут очень темно, я темноты боюсь. Иди за мной, Алиса, я тебя выведу на свет, то есть, ну или не выведу, ну, в общем... Как-то, мне как-то уже так... страшно. Ну да, да, мы потерялись. О, смотри, там я что-то вижу. Иди сюда, Алис. Где? Смотри, вот. Ух ты! Чей-то лагерь? Ну, по ходу дела, да. Это какой-то заброшенный лагерь. А, это уже неплохо, неплохо. О, можно руки погреть. Тепло. Да, тепло. Слушай, Алиса, что мы будем вообще делать? Я не знаю. Телефон не работает. У нас есть одна спичка, вообще вещей нет, что делать, Женя? Да не плачь, Алиса, все будет хорошо. А сейчас. Если нас даже искать никто не станет, что тогда делать? Ну, Алиса, ну не плачь. Я вижу, как и катятся твои слезы, ну не надо, ну, Алиса. Ну, Алиса, не плачь, пожалуйста. Посмотри на меня, посмотри. Все будет хорошо, я тебе честно говорю, то есть мы отсюда выберемся. Ты мне веришь? Правда? Да, мы выберемся отсюда, Алис. А знаешь, так. Я тебе давно хотела сказать. Угу. Ну, в общем, ты мне нравишься и всегда нравился. Правда? Ну да, правда. Ничего себе. В смысле? Ничего себе! Я тебе тут душу изливаю, а ты ничего себе! Что с тобой понятно вообще? Ну, Алиса, Алиса, я не это хотел сказать. Алисочка, ну подожди, дай, подожди, ну стой, стой. Алисочка. Что? Да иди ко мне, не трогай меня. Да подожди, ну, Алисочка, ну стой, стой. Алиса, Алиса, вернись, вернись, пожалуйста. Посмотри мне в глаза. Ну, Алиса, 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 ну посмотри в глаза, пожалуйста, Алиса. Что? На самом деле ты мне тоже нравишься очень сильно. Правда? Да, Алиса, я тоже хотел тебе это сказать сегодня, раз мы потерялись, и вдруг это наш последний день. Ты мне серьезно очень сильно нравишься. Женя, я так счастлива. Я тоже счастлив. Пойдем в лагерь, а то мы куда-то убежали, и это на самом деле не окей.
На самом деле я рад, что ты, что мы испытываем взаимную, взаимные чувства друг к другу. Теперь не так страшно. Да, теперь можно все спать. Ну все, давай, спокойной ночи, Алиса. Спокойной ночи. Братик, братик, вставай, вставай, просыпайся скорее. О боже, боже, ой, кто ты? Какая разница, нам нужно бежать, мы в опасности. Куда? Давай скорее, куда побежали, бежать? Побежали. Да подожди, что ты вообще городишь? Куда бежать? Кто ты? Я здесь вообще. Туда, туда, давай быстрее. Что, что шевелись, случилось? Шевелись. Ладно, ладно, давай, я бегу, давай, 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 давай. Все, 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 я бегу. Давай, давай. Куда мы бежим-то вообще? Рассказывай. Давай, наверх поднимайся, там замок, нужно спрятаться. Что, давай, что давай. Происходит вообще? Кто ты такая? Какая разница, кто я? Нам нужно бежать. Давай, шевели булками своими. Ну все, 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 бегу. Подожди, я сонный, ничего не могу понять. Я там был с Тянкой. Где она вообще? Какая Тянка? Не было там никакой Тянки. Давай, все, 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 бежим. Куда нам надо? Вон в тот дворец нам нужно. Все, хорошо, бежим туда.